Здравствуйте, представьтесь, команда. Команда Вентелеком, Пименов Максим. Капитан команды? Не, игрок команды, капитан отправил дать интервью. Как прошел матч в целом? Ну, в упорной борьбе, соперник был очень хороший. Играли с командой Мерлион, знаем ее, уже не первый сезон играем. Вот. Получилась борьба, наверное, до середины второго тайма, забили гол. В конце второй могли пропустить, спасибо команде соперников за игру. Как, по чьим преимуществам проходил матч? У кого было преимущество? Да я думаю, равная была игра, просто стили игры были. Мы больше, наверное, владели мячом, а Мерлион на контратаках пытался реализовать свои моменты, но где-то не везло, где-то вратарь спас, где-то игроки. То есть по владению мячом все-таки вы были на высоте? Ну, в пылу игры я не могу дать точно процент или соотношение. Спасибо.